Так, вот новое, ну, относительно для меня новое, в смысле, Diablo 3, 9-й уровень, это охотник на демонов, бесплатная, если что, версия, ну, в смысле, стартовая, то есть, ограниченный контент, я так понял, до первого босса, я не знаю, то есть, тут нет других игроков, да, то есть, только я сам играю, нет там общего чата, еще чего-то, вот я нанял паладина этого. Предлагаю типа нанять его или отпустить. Ну, так у меня в основном все магическое, есть только сапоги вот обычные у меня. И три редких, да, вот редкие перчатки, плащ и шлем. Два арбалета у меня. Ну, чем-то очень на World of Warcraft похоже, да, опять же, от той же компании, от Blizzard, от тех же игра. Игра сохранена. Конечно, я не знаю даже, как сравнивать с Path of Exile. Не знаю. Чем-то даже лучше, чем Path of Exile. Эта игра. Так. Ну, в Diablo 1 и 2 я не играл, потому то есть с теми играми я сравнивать не могу. Так. Ну, я пока все буду подбирать, что выпадает. Выкину из чего-нибудь, если что. Охотник на демона, вот у меня рикошетящие стрелы, у меня как это самонаводящаяся стрела. То есть она еще и рикошетит. Самонаводится и рикошетит. И плюс бросок кинжала у меня есть. Ну, бросок кинжала это для одиночных живучих целей таких. Вот видите, стрелы начинают кругом летать. То бишь рикошетят. Ресурс у меня ненависть используется. Комбо. Комбо 18 у меня. Звук тихий. Когда я ОБС включаю, то звук... Оп. Сразу ваншот. Со второго скилла. Звук тише становится с ОБСом, потому... 15. У меня рекорд-то где-то 20, может. Комбо 20. Все время забываю вот эти люстры юзать, чтобы быстрее врагов убивать. Так вот, достаточно долго пока убиваю. Ну, нормально все-таки убиваю. В принципе, так, золото. 23 убитых аж. Нормально. Вас выдает страх. Опа, на арбалет какой-то. Чародейское пыль. Ну, это такое. Это все для гринда. Для крафта я пока не умею крафтить, потому я ничего такого пока с крафтом связанного не делал. Алчный гоблин, хуя он живучий, тюс, сука, пиздец он живучий, охренеть, охренеть, у него там лута у этой твари, охренеть. Место в сумке ограничено, да я уж понял. Место в сумке ограничено. Пояс оденем. И тогда этот выкинем сразу. И плащик вот этот можно выкинуть. Да и арбалет этот. О, вот так сделаем. Будем не с двумя арбалетами ходить, а с колчаном. И вот это, в принципе, ну вот так вот чуть-чуть место очистить. То хрен знает. Ну да, вот тут вот это вот
Диабло, да, она как-то поцветастее. То есть не то чтобы казуальней как-то. Я думаю, именно поцветастее, чем Path of Exile. Ну, Диабло пока она легкая, но я думаю, это пока что. Потом, чем дальше, тем сложнее, по сути, будет. Ну, по логике. То есть, я не знаю. Заебись, тупо пустая локация какая-то. Ответвление. Меч лежит, я подбирать меч не буду. Очевидно. Все-таки лучником играю. Сто двенадцать урона, вот. Можно увидеть. Вот, 230. Наносит метательный нож. Даже предметы окружения можно менять. Точнее, ломать. А не менять. Так, ладно, пойдем дальше. Еще что прикольное, оружие светится. Вот у меня арбалет, например, светится, да? Тоже интересно. Шестьдесят пять урона наносит вот эта самая наводящаяся стрела. Пытался сосчитать, скольких мы уже убили. Мой напарник говорит. Да, вот непривычно то, что тут можно окружение разламывать. Хуя их этих жирных там. Ух ты, ёб твою мать. Хрена, блядь. Я такого еще никогда не делал. 45, ёб твою мать. Я такого еще ни разу не делал. 45 комбо, нахуй. Пассивное умение. Так. Умение охотника на демонов требует затратить заряд пораженных противников. При использовании умений кульбит, сила тьмы, дымовая завеса. Я не юзаю эти умения. Твою мать, я не юзаю эти умения. Ну пусть охотничий азарт. Я хочу потом скоростную стрельбу на 11 уровне улучшить. Потому что реально, мне кажется, очень, ну, пиздатый такой скилл. Ладно. Что тут можно еще что-нибудь улучшить? Нет, пока нельзя. Какой из навыков улучшить? Ух ты, я могу своего спутника прокачивать, ни хрена себе. О, хилка, нормально. Отлично. Охренеть, я чё, я могу своего напарника переодевать? Ни хрена себе. Чётко. Прикольно. Храмовник может использовать только одноручные копья, бля, не успел прочитать. А, это не, это он не сможет использовать. Двуручный кистень. Сука. Ничего не умеет. Ладно. Оказывается, я своего напарника могу прокачивать. Я-то думал, что там горит кнопка. Прикольно. Да. ХП у меня 686 максимум. Кстати.
Да. Ну, 18 убитых, это уже херня. Что за хрень, я что, заблудился? Похоже, я заблудился, да. Что, блядь, застрял в найс. Сейчас бы в текстурах застрять. Блин, а где я мог? А, я понял, похоже. Так, вот я нашел, короче, где я заблудился. Вот тут враги недобитые. Во, вот тут как раз вот этот поворот. Я его тогда мимо прошел. Да, конечно, эту игру Spass of Exile вам на самом деле сложно сравнивать. Spass of Exile, она, конечно, как-то пожестче выглядит. Ну, по крайней мере, пока что. Может, на более высоких уровнях там, наверное, посложнее, конечно, будет. Так, кожаные перчатки какие-то. Ну, в принципе, он неплохо танкует. Вот этот челик, который со мной бегает, Кормак. О! Вот так вот сделаем. Желтый лук. Неплохо. Колец у меня пока и у самого нет. И на шею тоже ничего нет. Интересно, где же этот Леорик? Так, вот тут какой-то сюжетный ролик. О, ли это сцена, как Леорика убили. Вот он, Леорик, да, заколотый. А, это просто сцена. Блядь, что-то залагало сейчас. Королевские гробницы тут. О! Это есть в Race King, что ли? Да, вот он. Да. Задействованная колонна. С двух арбалетов, кстати. Я, короче, колчан тот выкинул. Точнее, продал и два арбалета одел. Тут хилки, кстати, валяются, вот эти красные. Тоже в пае такого нет. За честь и славу. Не пойму, куда Леорик делся. Никто не видел. Я думал, сейчас уже Леорика можно будет убивать. Странно. Дневник Леорика. Блять, хочу уже босса убить. О, кольцо.
Колец у меня еще нет. Почему ничего не выпадает оттуда? Ну, по крайней мере, меня это ускоряет. Разрушение предметов. Игра сохранена. Новая цель. Войти в склеп короля скелета. Склеп короля скелета. По-любому же где-то тут. А, вот он. Бля, я хочу его уже убить. Убить воскресших. Черт, дверь закрыта. Типа рыцари Штормграда, что ли, восстали? Возложить корону на голову скелета. Типа я его этим возражу. Убить короля скелета. Типа до этого это просто дух бесплотный был. Кстати, новый класс скоро в Diablo 3 должны ввести. Некроманта, по сути. Обезумевший король Тристама. Оп, перекат. Кстати, я думал, тут посложнее будет. А я еще даже ни разу не умер в Диабло. А ну-ка. Сейчас он должен умирать. Готов. Награда, узор. Что мне еще в этой игре нравится? Опыт золота начисляется. Не то, что в Pass of Exile. Эмблема. Спасибо, что играете в стартовую версию. Вы можете продолжить игру для получения доступа к новым заданиям. Более высоким уровнем. Ну, я, наверное, позже приобрету. Посмотрим. Давай мне все, что тут лежит. Вот, все мое. Охуенно, у меня легендарный шлем выпал. Но мне его опознать надо. Это моя первая легендарка. Сапожки нормальные. Еще одно кольцо. Ремень хреновый. Охуеть, мне легендарка выпала. Ну что ж, как-то так. Это получается бесплатная версия. Вот, да, то есть я босса убил. Собственно говоря, на этом игра кончается. Давайте попробуем в город, попробую слетать. Может, что-то мне скажут. Нет. Все, мне что теперь, чтобы продолжать играть? Все, теперь... Так, опознать предмет. Ух ты, охуеть. Нормально у меня айтем такой выпал. Ну да, теперь, по сути, чтобы дальше продолжать. Прикольно, у меня корона такая охрененная. 1000 хп с ней. Почти 1100. Слот есть. Пустое гнездо. Ладно, короче, как-то так. Достаточно прикольная игра. Не знаю, даже стоит покупать ее, нет. Ну вот, как-то так.